Этот вид спорта, возможно, самый холодный в мире. Подобное активное занятие является не только полезным, но и демонстрирующим силу воли человека. Насколько же действительно нужно быть смелым, чтобы стать так называемым моржом? И чем сегодня живет мировое и российское зимнее плавание? Расскажем прямо сейчас. На Руси целительное свойство холодной воды стали применять еще раньше популярных у нас парных процедур. Из-за сурового климата в России люди были вынуждены искать самобытные методы закаливания. Например, скифы, которые проживали на землях нынешней Южной Украины, купали своих новорожденных детей прямо в холодной воде рек, таким образом приручая их с первых дней жизни к суровому климату. Якуты же своих младенцев натирали снегом и купали в ледяной воде, повторяя эту процедуру несколько раз в день. Точно так же поступали с малышами и тунгусы. Они клали их снег и обливали холодной водой, после чего закутывали в теплые шкуры оленей. Обычаи, обряды и традиции древних народов Руси послужили основой для современного закаливания. Вообще, прежде чем стать спортивной дисциплиной, это занятие долгие годы считалось лишь оздоровительной процедурой. Более соревновательную окраску зимнее плавание получило в Советском Союзе ближе к 60-м годам. Параллельно моржевание становилось популярно и в Англии, и в Финляндии, и в других соседних странах. Поэтому обозначить родоначальника этого вида спорта практически невозможно. Одно ясно точно – официальные соревнования стали проходить только с начала 90-х. Первой страной, принявшей единые правила в 2000 году, для всех стала Финляндия. И именно там образовалась Международная федерация зимнего плавания, которая диктует тенденции этого вида спорта и по сей день. Соревнования по зимнему плаванию проводятся ежегодно, чемпионаты мира раз в два года. Дистанции от 25 до 450 метров. Дополнительно имеются так называемые нерпа-заплыв, в котором не регистрируют время, и тюлень-соревнования, в которых лишь окунаются. Но, конечно, главным пунктом в правилах является температура воды. Ее диапазон начинается от 0 градусов. Так почему же это занятие сегодня является с одной стороны полезнейшим хобби, а с другой – очень рискованным спортом? Плавание в холодной воде для неподготовленного человека – смерть, предупреждают бывалые моржи. Какая-то доля правды в этом есть. Если человек даже не знает, что такое закаливание холодной водой, в проруби он протянет минуты две, а потом сляжет с высокой температурой. И это еще в лучшем случае. Тогда спрашивается, зачем так рисковать? Неужели оно того стоит? Как правило, после погружения в очень холодную воду человек подвергается стрессу, в результате которого происходит мощный выброс адреналина. Он очищает сердцебиение, значительно снижает болевую чувствительность, способствует повышению кровеносного давления и активирует иммунитет. Другими словами, если человек попадает в стрессовую ситуацию, то он начинает бороться за выживание, используя для этого все свои внутренние ресурсы. А их активная жизнь – это постфактум всегда хорошо. Но всегда есть «но». Передозировка холода может привести к серьезным заболеваниям или к развитию так называемой «холодовой усталости», после которой перестанешь переносить даже вкусное мороженое во рту. Вот, кстати, наглядный график, на котором видно, при каких условиях, как говорится, жить можно, а при каких не устоит даже профессионал. При этом нужно понимать, что кроме смелости опустить свое тело в воду, нужна и уверенность в своих конечностях. В научной литературе отмечается, что в 90% случаев гибель потерпевших кораблекрушения в северных широтах наступает не вследствие переохлаждения, а от страха, паники и неверия в собственные силы. Именно поэтому у зимнего плавания две стороны медали, и каждая из них заслуживает внимания. Во Владивостоке моржевание развивается уже давно. Приморская столица, например, частенько соревнуется с ближайшим Китаем. То моржи из Поднебесной приезжают к нам, то мы к ним. В дружеской и даже в какой-то степени праздничной атмосфере межнациональные соревнования уже несколько лет подряд служат для популяризации этого занятия в обеих странах. Однако на спортивном уровне активная жизнь у зимнего плавания началась недавно. Дело в том, что в 2013 году прошел первый международный межконтинентальный заплыв через Берингов пролив в рамках совместного российско-американского проекта «Чукотка-Аляска-2013». Эта огромная акция получила всемирное признание как самое важное событие 2013 года в плавании на открытой воде. И дело в том, что именно там и подружились представители Международной федерации и наши российские моржи. Great memories
Очень хорошие воспоминания, связанные с вашими спортсменами. Я вместе с ними участвовала в том знаменитом заплыве через Берингов пролив в 2013 году. Именно тогда и подружились и с Константином Сиденко, и с Олегом Докучаевым, и в целом с Российской Федерацией. Мы очень рады, что теперь к нашему движению и к этому виду спорта присоединилась Россия. Именно приморцы Константин Сиденко и Олег Докучаев, будучи одними из лучших представителей зимнего плавания в России, в какой-то мере поспособствовали привозу этапа Кубка мира в нашу страну, а именно в Тюмень, где оба спортсмена выступили в роли участников соревнований. Вот Тюмень провела большую работу, выбрала этот чемпионат и провела его на достойном уровне. Там же состоялась знаковая учредительная конференция, на которой была учреждена Федерация зимнего плавания России. И президентом ее был избран очень известный у нас в Владивостоке человек. Это командующий, бывший командующий Тихоокеанским флотом, командующий Балтийским флотом, Восточным военным округом. Это адмирал Константин Сиденко. Значит, меня избрали исполнительным директором Федерации зимнего плавания России. В этом году только-только за всю историю Советского Союза России мы смогли организовать всех любителей зимнего плавания, спортсменов. И организовали сегодня Федерацию зимнего плавания России. Как я говорил, она уже включает 63 региона нашей страны. И сегодня действительно здесь, на Приморской земле, в Владивостоке, произошло историческое событие. Нас приняли в Международную ассоциацию зимнего плавания. Это, конечно, очень событие значимое. Такие заслуги не заставили ждать приезда этапа Кубка мира и во Владивосток. И своим шансом наш город воспользовался достойно. Площадка яхт-клуба «7 футов» собрала так называемых моржей из 18 стран. США, Германия, Финляндия. Разнообразие фанатов зимнего плавания еще раз подтвердило факт необычайно быстрого развития этого занятия. Иностранцы все как один отметили некую экзотичность Владивостока в рамках зимнего плавания. Я до этого никогда не плавал в таком море. Оно очень соленое, из-за чего ты намного быстрее замерзаешь, пока плывешь. Но это здорово. Больше стараешься, больше волнуешься. Владивосток, кстати, очень красивый город. Надеюсь насладиться всеми днями, проведенными здесь. Последний этап этого кубка пройдет в Эстонии. Там, кстати, плотно работают над тем, чтобы провести у себя в 2018 году еще и чемпионат мира. Владивосток тем временем не отстает. Мы тоже, получив этот этап Кубка мира, мы начали его организовывать с прицелом, значит, учитывая наши особые особенности, наши близость китайских ребят, где зимнее плавание признано видом спорта и в ранге национального развивается. В знак того, что у нас есть все условия для того, чтобы отлично проводить, мы, конечно, проведя этот этап, будем подавать заявку на принятие здесь в 2020 году чемпионата мира. Потому что в 2022 году китайцы сейчас принимают все усилия для того, чтобы зимнее плавание вошло в программу Олимпийских игр. Я думаю, Владивосток действительно очень экзотичное место для проведения крупных соревнований. Все-таки тут плаваешь в Тихом океане. Город сам по себе красивый и интересный. Даже тот факт, что этап Кубка проходит рядом вот с таким яхт-клубом, уже довольно необычный. Теперь Владивосток может считаться по праву столицей зимнего плавания в России. Сегодня это необычное и холодное занятие уже смело называют настоящим видом спорта. Однако до его реального признания дело еще не дошло. Поэтому переход от оздоровительного хобби до официальной спортивной дисциплины сейчас первостепенная задача у моржей всей страны. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта» на Восьмом.